задачи, поставленные перед народным хозяйством директивами 24-го съезда партии, решаются не только в крупных промышленных центрах. Великий Устюг – небольшой городок на севере страны, но и здесь, на орденах знак почета судоремонтном заводе, как и на всех предприятиях страны, развернулось социалистическое соревнование за успешное выполнение заданий 9-й пятилетки. В Великом Устюге строят грузовые теплоходы, оснащенные новейшим радиолокационным и навигационным оборудованием, удобные и надежные в эксплуатации. Проверка работ дизелей на новом теплоходе «Казахстан», проходящем ходовые испытания. При грузоподъемности в 1800 тонн он может толкать 3 баржи по 1000 тонн каждая. Приемная комиссия дает высокую оценку теплоходу. На реках Северного пароходства работает уже немало его братьев, грузотеплоходов того же типа. А у судостроителей новые планы. В 9-й пятилетке завод начнет строить современные пассажирские суда «Катамараны».